немецкая компания готовит рестайлинговую версию своего купеобразного кроссовера GLE Coupe. Нынешний кроссовер определенно не устарел. Кажется, Mercedes очень хочет, чтобы его модельный ряд оставался свежим в этом чрезвычайно конкурентном сегменте. Судя по шпионским фотографиям, фары сохранят свою форму, однако получат новую начинку. Графику светодиодных огней сделают в стиле других новинок компании. Передний бампер получит иное оформление нижней части и декоративных вставок по бокам. В профиль никаких изменений не ожидается. На корме появятся фонари, но с новой графикой, и задний бампер с измененным оформлением патрубков выхлопной системы. Что касается линейки двигателей, считается, что все модели сохранятся без изменений. Ожидается, что обновленный GLE Coupe будет представлен в этом году. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!